Озеро Лотоса в парке Треуголка – один из главных символов славянки. Эти удивительные краснокнижные цветы появились в поселке около 20 лет назад. А начиная с 2014 года славянцы ежегодно, весело и с размахом отмечают День Лотоса. В этот раз центром праздника стала окружная библиотека. На улице детишки вместе с плюшевым тигром участвовали в викторине, играли и веселились. После чего в читальном зале была организована встреча с почетным жителем славянки Владимиром Слукиным. Именно благодаря ему на Треуголке стали цвести лотосы. Владимир Петрович рассказал всем историю зарождения озера Лотоса в поселке, как он впервые закинул семечко этого прекрасного цветка много лет назад. С тех пор, благодаря стараниям неравнодушных славянцев и местных предпринимателей, парк Треуголка с каждым годом становится все краше. Жители и гости славянки в конце лета приходят к озеру, чтобы полюбоваться лотосами и сфотографироваться на память. В завершении мероприятия гостям праздника показали небольшой документальный фильм о лотосе. А затем под руководством специалистов управления культуры и волонтеров дети своими руками делали цветы лотоса, которые могли забрать с собой на память.